Приветствую вас, друзья, на обучающем интенсиве онлайн-кинотеатр. На этом интенсиве мы с вами создадим такой видеосайт, или хотите называть его онлайн-кинотеатр. Он подойдет так же, как... Он подойдет не только для размещения фильмов, сериалов, акционных произведений, но и также для ваших личных видео. То есть это видеосайт. Итак, значит, для того, чтобы приступить к прохождению интенсива, у вас должен быть создан домен, подключен хостинг, и на ваш сайт должна быть уже установлена CMS WordPress. Если вы не знаете, как это делать, то напишите мне в личку, все ссылки есть в описании, или можете написать в комментариях. Я вам помогу с выбором домена хостинга и расскажу, как установить WordPress. В общем, вы устанавливаете, вы создаете домен и хостинг, устанавливаете WordPress, и у вас перед глазами должна быть открыться вот такая панелька. Итак, после того, как вы все установите, нам в первую очередь необходимо установить тему оформления. Для этого мы заходим вовне, находясь в консоли редактирования, во внешний вид темы, добавить новую. Сейчас я вспомню, как называется тема. Gaming Mac, по-моему. Так, английский убираем. Gaming Mac. Давайте так попробуем. Скорее всего, вот это она будет. Вот эта тема оформления Gaming Mac. Мы кликаем «Установить», а затем «Активировать». Теперь нам нужно перейти в страницы. Здесь вот эта Sample Page, которая будет главной страницей, мы заходим в ее режим редактирования, наводим на нее курсор мыши и кликаем «Изменить». Значит, здесь это скрываем. Атрибуты страницы открываем. Шаблон по умолчанию выбираем Homepage. Кликаем «Обновить». Теперь нам нужно установить все необходимые плагины. Их у нас будет 6 штук. Плагины установленные. Выделяем уже шаблонные плагины и в действиях «Удалить». Потом кликаем по «Применить». Окей. В первую очередь нужно установить плагин FancyBox. Для того, чтобы добавить новый плагин, вот она кнопка «Добавить новый», кликаем по ней. Вот в этой области поиска вводим FancyBox. Давайте FancyBox введем. Вот этот плагин «Установить». Он необходим для того, чтобы корректно открывались наши изображения. Пока не активируем. Дальше. Устанавливаем плагин Max Button. Он нужен для создания кнопки подписки. Дальше мы устанавливаем плагин Pop-up Maker. Он нужен для создания всплывающего окна. Установить. И давайте еще также установим плагин WP Forms для создания формы. Вот этот плагин «Установить». Далее устанавливаем плагин «Advanced». Он нужен для создания на страницах функционала классического параграфа. Я тут ошибку, наверное, допустил. Вот так. Вот этот плагин с карандашом «Установить». И последний плагин нам нужен для создания вкладок в постах, для того, чтобы отображать на одной вкладке трейлер, да, какого-то фильма, на другой уже плеер, где можно посмотреть этот фильм. Нам нужно ввести, значит, Shortcodes Ultimate. Все перечень этих плагинов будет у вас доступен в дополнительных материалах, так что сможете все посмотреть. Эти дополнительные материалы будут в описании под видео. Вот Shortcodes Ultimate «Установить». Ждем и активировать. Сейчас она должна перебросить, да, перебросила на установленные плагины. Выделяем все, снимаем уже с активированного плагина шорткоды, снизили чекбокс, так как он уже активирован. Внизу выбираем «Активировать» и «Применить». И все наши неактивные плагины сейчас активируются. Все, пожалуйста. Если перед вами появится просто белый экран или какая-то ошибка, то просто перезагрузите, обновите окно браузера. Так, плагины мы создали.
То есть плагины мы установили и активировали, значит, в тему мы установили, и теперь нам нужно создать форму подписки. Теперь нам нужно создать форму подписки и кнопку, и всплывающее окно. Значит, для создания формы подписки мы переходим в WP Forms. У этой формы у нас будет два поля – имя и email. Кликаем «Новая форма». Вводим. Наверное, давайте введем «Подписка». Вот так вот «Подписка». И вот сюда наводим «Пустая форма» и кликаем по кнопке «Шаблон пустая форма». Сейчас перед нами открывается панель, в которой мы будем собирать нашу форму. Слева находятся кнопки, с помощью которых мы собираем поля. Справа будет находиться перед нами превью окно, отображающее внешний вид нашей формы в режиме реального времени. Итак, имя мы добавляем, для этого кликаем вот по этим кнопкам, для того, чтобы поля добавить. И email, кликаем по email. Для того, чтобы перейти в настройку первого поля имя, кликаем возле его названия вот сюда. Вводим здесь имя, фамилия, простой формат, чтобы отображать только имя. Оно обязательное к заполнению у нас будет. Переходим в расширенные опции. Размер поля выбираем, пусть средний остается. Вводим замещающийся текст имя и скрыть название поля. То есть наверху вот эту подписку мы будем скрывать, так как это уже не актуально на самом деле в разработке сайтов. Это уже не актуально наверху указывать название поля, актуально вот такой placeholder указывать прямо внутри поля, и когда клиент начинает вводить какую-то информацию, оно исчезает. И для того, чтобы скрыть верхнюю подписку, мы ставим галочку в чекбоксе «Скрыть название поля». Вот так вот. То же самое проделываем со вторым полем. Кликаем сюда. Email. Расширенные опции. Ну что, здесь нужно ввести у нас email. Скрыть название поля. Отлично. Переходим в настройки, вот в эту вкладку. Название формы подписка. Отправить. Вот сюда в CSS класс кнопки отправки формы нам нужно вставить класс button нижнее подчеркивание форма. Это нужно для стилизации. Просто сделайте это, потом поймете. Теперь переходим в подкладку уведомления. Здесь, значит, тема. Здесь нам нужно настроить письмо, которое будет к вам приходить на почту с информацией о подписке. Здесь нужно просто указать подписка, тема письма. И все. Если вы хотите получать письма на электронную почту, которую не указывали при регистрации, при установке WordPress, то есть на какую-то другую почту хотите получать уведомления, то просто вводите адрес электронной почты вот в этом поле. Теперь в подтверждение переходим. Здесь нужно нам... В общем, суть такова, как происходит подписка. То есть, по факту, вот у вас на вашем видеосайте, да, у вас будут доступны какие-то определенные фильмы или все фильмы тем клиентам, тем зрителям, которые заплатили за то, чтобы пользоваться вашим сервисом. Допустим, 350 рублей они должны заплатить для того, чтобы посмотреть фильмы, да, и это возможно только после подписки. То есть, что вы можете сделать? Вы можете сделать такую штуку. Но на сервисе... В общем, ссылка на этот сервис будет в описании. Я не помню точно, как он сейчас называется, но я найду его. То есть клиент заполняет поля, да, и кликает «Подправить его». Вы переадресовываете его на этот сервис, где он может уже заплатить за вашу услугу. И там, на этом сервисе, вы после можете настроить после оплаты отправку клиенту письма с паролем, с помощью которого он будет смотреть ваши фильмы. То есть для того, чтобы зайти на страницу с фильмов, он вводит специальный пароль, и ему доступен просмотр. Вот это можно сделать с помощью этого сервиса. Причем этот сервис позволяет брать деньги. Там не нужна регистрация вас как юрлица. Вы можете как физлицо работать, да? Просто платите там небольшую комиссию. И он позволяет, в случае, если у вас фиксированная сумма на все идет одна, то есть подписка под это подходит, так как она фиксированная, на все фильмы идет, то этот сервис позволяет брать деньги так, даже если вы физическое лицо. Поэтому стоит, наверное, вот здесь выбрать, все-таки перенаправить на URL и потом сюда вставить ссылку, ведущая на страницу приема оплаты на том сервисе, про который я вам сказал. Так что вот так вот сделайте. Теперь сохраняем изменения. Так, сохранили. И выходим, кликнув вот сюда.
Теперь нам нужно создать всплывающее окно, в котором будет вот эта форма находиться. Вот, Pop-up Maker, кликаем сюда. Вот кнопка «Добавить», новое всплывающее окно. Здесь вводим, допустим, название, здесь вводим название «Подписка». Сюда кликаем, в это область описания. По центру выравниваем курсор, кликаем «Добавить форму». Выбираем подписка. Но если у вас несколько форм обратной связи, то можете выбрать вот здесь нужную. Но у нас она одна, поэтому она по умолчанию здесь установилась. И добавить форму. Теперь вниз отображение. Выбираем тему оформления нашего всплывающего окна. Я всегда пользуюсь Lightbox, потому что это наилучшая тема. Переходим в подкладку «Размер». Устанавливаем маленький размер. Здесь минимальная ширина ставим 100. Устанавливаем пиксели. Переходим в подкладку «Анимация». Выбираем затухание движения. Максимальную скорость ставим, чтобы максимально плавно появлялось всплывающее окно. Переходим в подкладку «Позиция». Выбираем середина, центр. Далее переходим во вкладку «Закрыть». Для настройки кнопки закрытия «Альтернативные методы». И ставим вот здесь в галочке, в этих чекбоксах, для того, чтобы этот чекбокс показывает, что мы будем закрывать всплывающее окно при клике за ее пределами, а это при нажатии клавиши Escape. Все, готово опубликовать это всплывающее окно. Теперь нужно настроить тему всплывающих окон, то есть поменять там цвет. Вот, значит, у нас получается тема всплывающих окон, видите? Ссылка, кликаем по ней. Так как мы выбрали тему оформления Lightbox, вот она, эта тема оформления, наводим на нее курсор мыши и кликаем «Изменить». Нам нужно поменять цвета. Цвет я заранее уже знаю, но вы в любой момент можете поменять. Значит, фон под всплывающим окном. Нам нужно выбрать цвет. Я сейчас ставлю, я его заранее скопировал. Вот он, красноватый цвет, но вы можете подобрать. Сервис для подбора цветов будет также в дополнительных материалах. Так, дальше нам нужен контейнер, граница. Сплошную меняем на край, она меняется. Цвет выбираем, вставляем наш цвет, вот так красиво. Кстати говоря, справа находится окно, отображающее внешний вид вашего всплывающего окна в режиме реального времени. Отбрасывание тени от границы, вставим такой же цвет. Для скрытия этой панели за пределами кликаем вот так. И теперь переходим во вкладку «Закрыть», «Фон», вставляем цвет. И отбрасывание тени. Вставляем цвет. Так, еще раз не получилось. Вот. Спускаемся вниз. Обновить. Сохраняем изменения. Теперь нам нужно будет сейчас создать кнопку, которая будет вызывать это всплывающее окно. Max Button. Это плагин для создания кнопки. Добавить кнопку. Ну, давайте подписка. Это для того, чтобы отображать, ну, отличать вообще одну кнопку от другой. У нас одна будет кнопка. Ну, в принципе, это особо не надо, но всякий случай поставим. Текст на кнопке мы напишем, значит, оформить подписку -395 рублей. Так, пробел. Слэш мы поставили. Месяц. Значит, ширину давайте мы поставим кнопки. Видите, кнопка, ну тоже тут видите, превью окно, демонстрация внешнего вида кнопки в режиме реального времени. Вот здесь давайте 320 ширину поставим. Отлично. Теперь давайте спустимся вниз. Вот эта, значит, область, она настраивает границы кнопки. Если, допустим, я поставлю 10 слева, то везде 10, оно привязано, каждый край привязан. Какое бы вы число ни вводили, везде будет одинаковое число. Для того, чтобы установить разный уровень закругленности этих углов кнопки, то кликаем на замок, и он отвязывается. Здесь мы, допустим, сделаем 5, здесь мы сделаем 5, и здесь оставим 10. Отлично. Теперь, значит, нам нужно настроить цвета. Значит, цвет в обычном состоянии белым. То есть вот это в обычном состоянии, а это демонстрация при наведении. Тут то же самое. Текст в белом в обычном состоянии. При наведении у нас будет вот такой, как у всплывающего окна. Далее. Рамка в обычном состоянии.
белая, видите, сразу поменялась при наведении вот так вот, как у всплывающего окна. И вот здесь, значит, фон кнопки, как у всплывающего окна, а там белый. Ну и можно черный цвет тени установить, как черный цвет. Теперь давайте сохраним изменения. И для того, чтобы настроить вызов всплывающего окна, нам нужно снова вернуться в Pop-up Maker. Вот, и скопировать вот этот класс PopMake 13. Короткий, не длинный, а короткий класс. Копировать. Переходим в Max Button обратно, где мы настраивали кнопку. В режим редактирования кнопки Edit, Copy, копировать кнопку. Move to Trash – это удалить кнопку. Нам нужно подредактировать кнопку, поэтому кликаем Edit. Спускаемся вниз, и вот где экстра класс, вставляем класс кнопки. Все. Без решетки, без ничего, просто класс. Сохраняем изменения. Все, на этом мы настройку формы подписки завершили. И теперь нам нужно создать каталог с нашими фильмами. Начнем сначала с рубрики, и потом все это сделаем. Теперь нам нужно создать каталог с нашими фильмами. Для начала нужно создать как бы категории фильмов. То есть рубрики типа фэнтези, боевики, ужасы, вот так, все в таком духе. В общем, каталог фильмов представляет из себя по факту 90% случаев на сайтах это обычные посты, у которых есть рубрики. То есть это подобно интернет-магазину, когда у вас есть товары с категориями. То есть есть товар, есть категория джинсы, и внутри этой категории различные товары с джинсами. Точно так же и с видеофильмами. У вас есть рубрика, допустим, ужасы, и там идет, и внутри нее идет подразделение, подразделение на посты в рамках этой рубрики уже по фильмам. Вот, у вас есть записи, вкладка «Переходим». Видите, ну уже шаблонная запись одна создана, нам нужно ее удалить. Все. А есть вот она рубрика. Переходим в рубрики. Есть вот эта шаблонная рубрика, которую никак нельзя удалить, нам нужно ее изменить. Давайте создадим первую рубрику. «Изменить». Сюда вводим, например, фэнтези. Ну и меняем ссылку, например, фэнт. Да, фэнт. Здесь можете вставить какое-то описание, но я не буду этого делать. Но если хотите, можете вставить и обновить. Но это описание хорошо ставить, и у вас вроде как под SEO, под SEO продвижение хорошо получается. Ну, получается с этим описанием хорошо продвигаться. Возвращаемся назад к рубрикам. Видите, все изменилось. Как добавить следующую рубрику? У вас, когда вы находитесь в панели рубрики, есть вот такая вот панелька. Здесь, допустим, вы вводите боевики. Сейчас, минутку. Боевики. Все. Смотрите, если у вас, допустим, фильмы, допустим, у вас рубрика фильмы 2020 года, и внутри нее нужно еще подразделиться на подрубрики, допустим, боевики 2020 года, комедии 2020 года, то в этом случае, когда вы вводите вот здесь боевики 2020 года, то вот здесь в родительской рубрике вам нужно выбрать фильмы 2020 года. Но у нас не будет такой сложной иерархии, поэтому боевики я просто вставляю, здесь ничего не выбираю, ну и добавить новую рубрику. И теперь в таком духе нужно, вам нужно ставить все жанры фильмов, которые будут у вас на сайте. Давайте я все вставлю и встретимся сразу после того, как я все сделаю. Итак, как вы видите, я вон посоздал кучу различных рубрик по жанрам фильмов. Но также будут у нас подразделения не по жанрам, а по таким видам, как фильмы, сериалы, мультфильмы, аниме, скоро в кино и новинки 2020 года. Поэтому давайте также создадим эти категории. Смотрите, фильмы, да? Добавляем, мультфильмы, а сериалы, сериалы, добавляем, мультфильмы, добавляем, аниме, добавляем, скоро в кино, добавляем и новинки. Добавляем. Все, мы создали все рубрики.
Все те рубрики, которые я создал, вдруг вам для сайта будут нужны. В описании, в дополнительных материалах будет ссылка на Google документ, где я размещу все названия всех рубрик, которые я разместил на сайте. Теперь нам нужно создать наши карточки с фильмами. Я покажу на примере одного фильма, это будет как правильно создавать эту карточку с фильмами. Давайте, значит, записи, все записи. Добавить новую. Тор 2, Царство тьмы. Значит, берем название сначала, да? Тор 2, Царство тьмы. Копируем. Сюда вот название вставляем, видите? Справа рубрики. Открываем и выбираем, что это Marvel и блокбастеры. Насколько я понимаю. А нет, это Marvel и фильмы. Можете сколько угодно выбирать рубрики, а кстати, здесь можете добавлять новые рубрики вот здесь. Копируем. И вот здесь плюс кликаем и выбираем заголовок. И здесь вставляем наш заголовок. Описание. Давайте сделаем его жирным. Да, и цвет текста давайте сделаем. Сейчас. Вот. Нет, нам не выделилось что-то. Давайте выделим. Вот, и цвет текста красный сделаем. Вот, отлично. Теперь нужно добавить классический параграф плюс. Классический параграф. И давайте возьмем вот так вот. Копируем. И вставляем. Пожалуйста, вставили. Теперь нам нужно вставить также заголовок вот этот вот. Актер. Вставляем также заголовок. Кстати, можете перемещать блоки вот с помощью вот этих стрелок. Актеры. Копируем. Вставляем. Теперь нам нужно что сделать? Кстати говоря, тут возможно нужно меньше выбрать. H2. Ну, а если H3? Вот через этот заголовок выбирайте. Так, это мы сделали, и теперь нам нужно скопировать вот этих всех актеров, копировать. Здесь вставляем классический параграф и вставляем актеров. Теперь нам нужно вставить полоску разделитель, плюс, здесь вводим в поиске разделитель, вот он разделитель, вставляем, цвет белый ставим. Теперь нам нужно... В общем, вот этот блок вставить. Как его делать? Берем, вставляем, получается, скрываем часто используемые и элементы разметки открываем. Не то я сделал. Удаляем блок. Значит, плюс часто используемые элементы разметки и вот колонки. Выбираем две колонки равных. И теперь сюда нужно в каждую вставить классический параграф. И вот классического параграфа копируем, вставляем. И то же самое здесь. Плюс классический параграф. И уже отсюда мы копируем. И вставляем. Если будет что-то неровно, мы... Ну, вообще должно быть нормально. Теперь нам нужно после вот этого блока вставить также полоску разделительную. Нет, вот видите, куда он встался, не так. Удалить блок. Давайте сделаем так. Вот после этого блока, где у нас не было мы не делили на две ячейки, плюс разделитель белого цвета. И спускаем его вниз. И еще вниз. И еще. Вот после этого. Вот, отлично. Теперь нам нужно вставить заголовок кадры из фильма. Копировать. Заголовок.
кадры из фильмов по центру. По центру у нас там? Да, по центру. Теперь нам нужно вставить вот такую галерею. Я заранее уже подготовил изображение. В общем, кликаем «Добавить блок». Выбираем, вот она, галерея. Но она в часто используемых будет. Ну, или по поиску можете найти. Галерея. Загрузить. Я открою папку, с которой я буду загружать все это дело. И у меня загружается вот галерея. Сейчас посмотрю, какие тут. Так, так, так. Угу. Медиафайл. И вот каждую... Так, везде медиафайл мы выбрали. Три колонки дополнительно. Ну, вроде нормально. Теперь нам нужно вставить вот этот заголовок ниже. Перед плеером. Заголовок. Так вот, давайте. Ну, если что, там подрегулируем потом размер. Теперь нам нужно вот такой вот плеер ставить, где в одной вкладке трейлер, во второй будет смотреть онлайн. Для этого мы, по-моему, плюс вот так вот делаем. Да, нужно найти шорт-код. Вот он, шорт-код. По поиску нашли шорт-код. И, в общем, теперь нужно ставить специальный код. Я сам вам расскажу. Значит, у вас в дополнительных материалах будет шорт-код для вкладок. Будет называться как-то так. Сейчас я его возьму с этого сайта. Я вам расскажу, как что там делается. Давайте поговорим сейчас про вставку видео. Значит так, видео... Раньше можно было проще сделать. Можно было в специальных биржах или сайтах покупать ссылки на базу данных с этими видео, с видеофильмами, и просто с помощью ссылок вставлять. Но потом, вот как вы недавно знаете, ужесточили вот эти все авторские права, и многие сайты, торренты позакрывались. И теперь это стало невозможным. Теперь так нельзя сделать, и даже если вы где-то найдете такое, то никто вам не даст гарантию, что там через месяц какая-то ссылка не будет работать, и ваш фильм будет недоступен, но это будет некрасиво. Люди у вас вам заплатили деньги за то, чтобы... Ну, за то, чтобы пользоваться вашим сервисом, а вы не сможете давать им их продукт. Поэтому самый, наверное, сейчас лучший вариант – это просто скачивание фильмов и размещение их на видеохостинге, на различных видеохостингах, с которых потом вы вставляете ссылку. Сайт, с которого можно взять фильмы. Я укажу вам в специальной инструкции, в дополнительных материалах, вы ее откроете, и там будет сайт, где можно скачать фильм. Тоже такой видеохостинг, но не видеохостинг, база с фильмами. Вы там скачиваете, там есть на плеере кнопка «Скачать». И вы скачиваете, и потом загружаете на хостинг. Тоже список хостингов, которые можно использовать. Также будет ссылка, но самый популярный, но сомнительный для этого YouTube. Ну, там можно обойти блокировку, если сделать так, что видео будет доступно по ссылке. То есть на YouTube, естественно, никто не сможет смотреть, а у вас на сайте по ссылке можно будет смотреть. Но вам на YouTube не надо показывать эти фильмы. Ну, и тогда вот я пробовал, сегодня у меня Тор 2 не заблокировался. И поэтому, трейлеры все с YouTube можно брать. Если вы не хотите YouTube, то там же будет также три сервиса, где это можно сделать на видеохостинге, какие без нарушения авторских прав загружать. И там, в общем, вы загружаете, в общем, либо вы скачиваете с этого сайта, который я вам дам, либо с обычных торрентов доступных еще можно скачать нужный фильм, или может у вас есть уже база с фильмами, своя собственная. И просто будете, вам нужно загрузить на видеохостинг, потому что вставлять целыми файлами видео не надо, нельзя, потому что у вас сразу закончится память. Даже если купить супер модный хостинг, то это лишние растраты, и у вас сайт будет дико тормозить. Поэтому нужно вставлять только ссылками с видеохостингов сторонних, которые позволяют это сделать. Что я сделаю? Значит, вот он, этот шорт-код, я его копирую. Он у вас будет доступен в дополнительных материалах. Вот это Sutabs обозначает вот начало всех вкладок. Вот конец всех вкладок. Вот это Sutab Title, ну вот, в общем, вот этот шорт-код, да? И вот этот. Это означает начало и конец первой вкладки.
Это начало и конец второй вкладки. Это заголовок вкладки. И это заголовок вкладки. Вот он. Заголовок вкладки. URL, вот это можете здесь ничего не вставлять. Все. Вы меняете название вкладок вот этих. Вот здесь меняете название, и вот здесь название вкладок. Теперь как ставить плеер. Например, заходим на YouTube. Но вы можете это делать на любом сервисе. Вот, Тор 2, Царство Тьмы, трейлер. Заходим на видео. Ну, сразу я его остановлю, да. Поделиться. Вот кнопка «Встроить». Кликаете. Вот он код для вставки и фрейм, да. Берете, копируете. Но перед этим можете делать настройки, что вам надо показывать панель управления. В начало, не в начало. Ну, в общем, сами разберете здесь. Ну, в общем, копируете вот этот код и фрейм. Заходите, и вот между началами и концом вот этой первой вкладки вставляете этот iframe. Теперь нам нужно найти Тор 2 Царство Тьмы, да? Я у себя его на канале разместил. Сейчас создать сайт. Вот он. Значит, так, поделиться, строить, Ctrl-C, возвращаемся на сайт. И вот между началом и концом второй вкладки также вставляем этот iframe. И давайте сразу сохраним, опубликуем этот пост, опубликовать. И еще раз опубликовать, чтобы все сохранилось. Мы... Так, так. Ну и все, в принципе, да. Пост, карточка, в принципе, готова. Но опять будем смотреть, что будем мы менять. Там непонятно, что. А ну-ка, обновить еще кликнем на всякий случай, да. Вот внизу, посмотреть запись. А видите, мы... Что, фишка? Мы еще не настроили фон. Ну и когда настроим фон, там будет все понятно. Еще, ну давайте сразу так сделаем. В настроить переходим. Вот, находясь на сайте, в настроить. Тут, в общем, все, что, то, что нужно, знаете, что нужно сделать. Тут нужно, по-моему, в General Setting зайти. Настройка главной страницы. Выбираем главное, в качестве главной статистическую. И выбираем Sample Page или главная страница, как она у вас, в зависимости, как она у вас будет называться. Теперь назад. Получается в цвета. Цвет фона мы сделаем вот так вот. Вот такой цвет фона. Так. Настройка. Ну, вроде все должно быть, да. Опубликовать. Закрываем. Вот, смотрите, видите? Так. Описание. Актеры нужно тоже цвет поменять. Это гладко все легло. Вот это красный, красный, красный. Понятно. Ну, вот тут мы подредактируем еще стили на последнем уроке дизайна. И смотрите, вот эта вкладка наша «Трейлеры». И смотреть онлайн. Ну, давайте сейчас мы, значит, все заголовки, да, должны поменять. Получается, кстати говоря, оп, видите? Можно листать, листать. Ну, вот, все работает. Значит, это мы поменяем. Это дизайн. И вот эти рубрики. Смотрите, что мы сейчас делаем. Давайте. Вот на колесико наверху виджеты. Здесь в сайдбаре удаляем все это лишнее. Кроме мета. Мета нам нужно будет для... А, и мета тоже удаляем. Мета нам не нужна. Архивы, свежие комментарии, свежие записи, поиск. Я вот хочу кое-что сейчас посмотреть. Давайте на образце я посмотрю, чтобы время не терять. Это, наверное, понятно. Рубрики удаляем. Ну, потом при настройке, когда мы менюшки будем создавать, я отсюда все подключу. Так, все-таки давайте в записи, все записи, изменить,
Так. Вот описание красное. Теперь актеры. Давайте также настройка цвета красный. Кадры из фильма. Красный. И вот это. Красный. Обновить. Посмотреть запись. Так, ну тут будет категория у нас. А, мы еще кое-что давайте редактировать запись. Нам нужно подключить аватар изображения для этой записи. Тут внизу есть изображение записи. Открываем. Установить изображение записи. Находясь во вкладке «Загрузить файлы», выберите «Файлы», кликаем. И на рабочем столе вот она, этот баннер. Подгружаем. Установить изображение записи. Обновить. Посмотреть запись. Вот посмотреть запись. Но, во-первых, вот этот баннер мы сделаем маленьким, будет вот такой вот, не будет такого большого. Во-вторых, видите, Тор, Царство Тьмы, категории отображаются, публикация, автор, вот это мы тоже уберем. Описание идет, актеры, главная информация, мелкая такая короткая информация в фильме, кадры из фильма, все есть. Вот смотреть, вот этот надо сделать по центру. Сейчас мы, давайте вернемся, я забыл про него. Обновить, посмотреть. Вот, видите, по центру. Ну, здесь мы настроим. Либо шире сделаем проигрыватель, либо под цвет фона сделаем. Ну, короче говоря, все сделаем. Но опять же, вот трейлер, вот фильм. Вот трейлер, вот фильм. Можете много, несколько плееров делать, на всякий случай. Давайте по трейлер покажу вам, что все работает. Видите? Здесь мы тоже все подправим. Но это по такому принципу необходимо создавать карточки фильмов. Нам нужно создать в рамках нескольких, там, буквально 5 категорий, несколько постов. То есть несколько карточек с фильмами, подвязать к ним аватар изображения, чтобы все это красиво выглядело. Я сейчас этим займусь и встретимся сразу после того, как я это сделаю. Итак, я завел все необходимые карточки с фильмами. Вот их тут много, очень много. Их получилось там в районе 29-30. И теперь нам нужно перейти к настройке главной страницы, но для начала нужно создать меню. Итак, вот переходим на сайт. Теперь в панель настроить переходим. Здесь вот есть вкладка меню. Меню. Создать новое меню. Сейчас создадим главное меню. Так и запишем. Главное меню. Относим его к primary меню. Далее. И добавить элементы. Значит, мы добавим следующие. Итак, мы должны добавить следующие пункты. Во-первых, самые популярные жанры в фильмах. То есть самые популярные рубрики из каталога с фильмами. Это фильмы. Так, мультфильмы. Так, я сериалы пропустил. Сериалы должны быть еще. Сериалы. Аниме. Скоро в кино и новинки нам нужны еще. Новинки и скоро в кино. Также нам нужно добавить ссылку. Вернее, как бы кнопку нам нужно добавить, которая будет выводить оформление подписки. Значит, произвольные ссылки. Здесь мы вводим оформить подписку. 395 рублей в месяц. И давайте сейчас
Во второй вкладке откроем, то есть во второй вкладке мы сейчас откроем с вами нашу консоль, то есть наш же сайт, и перейдем в Pop-up Maker, где мы настраивали всплывающие окна, и скопируем вот этот наш класс нашего всплывающего окна. Вернемся обратно, где настраиваем меню, и сюда вставим вот в это поле URL, вставляем наш класс. Только перед классом теперь на английской раскладке ставим решетку, то есть это как бы называется навигация по якорям. Итак, добавить в меню. Так, фильмы. И теперь вот видите, вот мы добавили все эти элементы, теперь нам нужно каждый пункт поперетаскивать в определенном порядке. Просто перетаскиваем, смещаем. Обычными перетаскиваниями смещаем мультфильмы, аниме, скоро и оформить подписку. Да, вполне. Вот, пожалуйста, меню. Теперь нам нужно создать второе меню. Возвращаемся назад. Создать новое меню и шапка. Назовем его для шапки сайта. Так, Caps Lock, Shift, шапка. И относим его в верхнее меню, то есть выбираем топ-меню. Далее. Добавить элементы. Значит, тут будет, во-первых, адрес электронной почты. Я возьму сайта образца. Меню, шапка. Этот пункт меню будет доступен вам. Этот пункт меню будет вам доступен в дополнительных материалах, будет как называться код для пункта меню. Во-первых, вот такое вот название будет. Мы его копируем. В текст ссылки вставляем. Ну тут просто смотрите по всем вопросам, потом идет код иконки и адрес электронной почты. А в качестве URL мы копируем адрес, в общем, код вставляем, специальный код вставляем для того, чтобы при клике по данному пункту меню автоматически производилось формирование письма в вашем почтовом сервисе. Это достигается за счет вот этого ключевого слова mail.to. И то есть формируется письмо, которое вам только нужно отправить, набрать текст и отправить. Добавить меню. И также нужно сюда вставить ссылку. Сейчас вернемся в главное меню. Оформить подписку. Да? Копируем. В шапку. Добавить элемент. Сохраняем. Вставляем, вернее. И теперь также в шапку возвращаемся. И в этот раз, вернее, не в шапку, а в главное меню. И в этот раз вот копируем вот этот код. Класс всплывающего окна и вставляем обратно. Кликаем добавить элемент. И вот сюда, видите, там осталось название. И вот так вот. То есть оформить подписку, PopMic 13, добавить меню. Так, оно у нас готово. Теперь возвращаемся назад и создаем меню подвал. И как бы, наверное, мы к футер меню его не будем относить, просто ни к какому меню не относим. Далее добавить элементы и добавляем, значит, следующие рубрики. Фильмы, мультфильмы, сериалы, аниме, новинки и скоро в кино. Новинки и скоро в кино. Вот так вот мы делаем все это. Сохраняем изменения, кликнув по «Опубликовать». И переходим уже непосредственно к настройке главной страницы. Давайте перейдем в первую вкладку «General Setting». Свойства сайта. Значит, мы все здесь сделали. Вот это обычный текст. Если вы хотите отображать не логотип, а обычный текст и сделать его как бы в виде логотипа, то можете посмотреть мое видео о том, по-моему, называется оно больше, по-моему, это видео называется «Логотип больше не нужен». Я вам сейчас покажу, как установить логотип. Итак, для того, чтобы подгрузить логотип, вот сюда кликаем «Выбрать логотип», «Загрузить файлы», «Выберите». И вот он, специально заготовленный файл. Он, смотрите, он у меня размер 1236 на 318 пикселей. Именно вот в таком размере нужно подгружать сюда логотип. На этом шаблоне он только так хорошо смотрится. Выбрать.
Ну, расширим сейчас чуть-чуть вот так вот. Да? Обрезать. Вот, пожалуйста. И тогда мы не должны отображать вот эту всю информацию, да? Название и подзаголовок. Вот здесь поэтому снимаем галочку. Вот, пожалуйста. Теперь нам нужно выбрать иконку сайта. Кликаем сюда для выбора иконки, загружаем. Я вас возьму со своего себя с компьютера. YouTube, picture файлы, иконки разные. Сейчас вот она, эта иконка. Иконку можете взять на сайте IconBeard. Ссылка также будет в дополнительных материалах. Вот, пожалуйста, она вот сверху у меня, где здесь загружается иконка для заголовка в браузере, где название вашего сайта наверху отображается. Выходим назад, цвета, ну здесь все без изменений, вы здесь можете выбрать цвет заголовка, цвет выделения и цвет фона. Меня все устраивает. Ну я цвет фона раньше еще поставил. Фоновое изображение. Значит, фоновое изображение – это изображение за, как бы, по бокам, за пределами основного сайта. Его нужно выбирать большое и, как бы, с ориентацией, получается, с вертикальной ориентацией. Выбрать изображение, кликаем. Я где-то, у меня здесь подгружен он был уже. А, я его не подгружал еще. Загрузить. Выберите файлы. Рабочий стол. Вот. Здесь. Вот оно. Загружается. Так, он, видите, 1600 на 2560 пикселей, 4 мегабайта. Это большой вес для сайта, но одним изображением можно поступиться. Выбор изображения. Давайте по центру. На весь экран. Нет. Вот. Заполнить экран. Да. Вот так заполнить экран, все правильно. Возвращаемся назад. Настройка главной страницы. Здесь все я уже поставил. Веб-сайт лайаут. Нужно выбрать боксы, чтобы по бокам ограничения были. И тогда будет красиво все выглядеть. Но это попозже будет все видно. Возвращаемся назад. Еще раз назад. Header setting. Выходим в топ header section. Вот, значит, это отображать верхнюю секцию, отображать дату, отображать социальные иконки, да, отображать будущие посты, то есть последние посты. Hit мы ставим, выходим назад, header options, тут все оставляем без изменений. Ticker sections, это вот это ticker новостной, то есть кино. И сюда выходит название всех постов, последних опубликованных, и клиент, и ваш зритель может кликнуть по соответствующему посту. Назад, еще назад. Additional setting. Вот социальные иконки. Вот открываем вставленную первую социальную иконку, да. Здесь выбираем соцсеть. Допустим, YouTube у вас, да, есть. Ну вот, допустим, YouTube, да. Отправляем ссылку на YouTube. Дальше следующую иконку, допустим. А, нет, туда вроде. Ну, Facebook, допустим, да. Но опять же, без разницы, давайте ссылку на YouTube и на YouTube ставим. И, допустим, еще что мы вставим. Давайте еще какую-то соцсеть выберем для примера. Ну, возможно. Ну, вот Инстаграм. Можно Инстаграм взять, да? Почему бы и нет? И вот сюда. И видите, в правом верхнем углу все отображается. Так, что-то не подгрузилось. Вот, теперь все есть. Опубликовать. Давайте сохраним изменения. Так, здесь
все получилось. И обратно в категории цвет категорий. Ну вот видите, тут получается из главного меню фильмы у нас и попали. Потом попали, получается, сюда фильмы, мультфильмы, новинки. Вот смотрите, у фильмов синенький цвет, да? У сериалы сюда не попали. Видите, здесь цвет нельзя выбрать, сериалы. А вот мультфильмы. Мультфильмы также попали. Давайте в мультфильмах выберем какой-нибудь зелененький такой. Вот. А лучше нет. Потемнее, может, какой-нибудь фиолетовый, если. Вообще нужен вообще красный. Вот. Фильмы. Сериалы. Мультфильмы. Дальше. Сериалы. Аниме. Тут тоже нельзя выбрать, да? Мы новинки. Новинки можно выбрать. Такие зелененькие. Вот новинки. Хорошо, да? Скоро в кино можем. Ну тут я понимаю, вот отображается выбор цвета для последних категорий. А может для категорий, в которых, в рамках которых заведены посты. Ну вы поковыряйтесь, посмотрите. Скоро в кино мы сделаем. Вот такой оранжевенький. Вот. И оформить подписку. Мы здесь сделаем фиксированный цвет, но опять же это при подборе дизайна. Вот, в общем, вот так вполне хорошо получилось. Так, все, выходим отсюда. Виджет сеттинг. Сейчас я посмотрю. Так, это категория отображает ссылку категории и выбор категории цветов. Все это остается. Дизайн сеттинг. Архив сеттинг. А, ну то есть получается тут отображать, он спрашивает сайдбаром. Он сайдбар это, в общем, когда у вас будет список категорий, тут, допустим, вы перешли в категорию фильмы, отображаются фильмы, а справа отображается в таком сайдбаре, как бы в правом блоке, перечень, допустим, других категорий или что-то еще. Да, сайдбар нужен нам. Архив лайаут вот такой. Или вот такой. Давайте вот такой выберем. Вместо этого текста вставляем подробнее. Так, выходим назад. Page setting также с сайдбаром справа. Ну, можно без сайдбара, можно слева сайдбара. Все. Так, оставляем. Post setting. Так, то же самое. Тоже подробнее. Так, все оставляем. Выходим назад. Это подвал сайта, виджет. Ну, подвал сайта теперь. Значит, переходим в footer setting. И здесь нам нужно вот в нижней... И здесь нам нужно виджет Area выбрать, во сколько колонок подвал сделать. Вот тут 4, в 2, в 1, в 3. В 3 это идеальный вариант, оставляем в 3. Возвращаемся еще назад. И получается, нам осталось меню, мы настроили, у нас остались виджеты. С помощью виджетов мы настроим отображение главной страницы. Давайте кликнем «Опубликовать» для сохранения. Теперь виджеты. То есть это виджет-зоны. Виджет-зоны – это зоны, в которые можно положить виджеты. Виджеты – это такие популярные элементы сайта, такие как галереи, изображения. Допустим, если интернет-магазин, то список товара, формы. Ну, то есть такие популярные элементы. Мы начнем с первого виджет-зоны – header ads. Это вот эта зона, туда мы положим баннер. Добавить виджет, нам нужно выбрать изображение. Вот изображение. Добавить изображение, загружаем изображение, оно должно быть специального разрешения. Сейчас я найду вам баннер специально подготовленный, вот. Сейчас вы увидите, какое должно быть оно.
Он должен быть размером 768 на 100 пикселей. Добавить к виджету, редактировать. Выбираем полный. Ссылка нет, просто. Да, обновить. Вот, пожалуйста, вот он этот баннер. Онлайн кинотеатр. Сворачиваем. Теперь переходим в Home Top Section, где... Теперь переходим в зону Home Top Section, где мы все настроим. Значит, во-первых, нам нужно красиво представить самые главные наших, которые популярные фирмы, популярные фильмы. Добавить виджет. Нам нужен виджет Future Slider. Вот он, Future Slider. Значит, влево, слева будет слайдер. Туда мы отобразим там блокбастеры. А справа будет другая категория. Там мы отобразим фантастику. Ждем. Видите, получается вот такой слайдер и вот такой вот фантастик. Вот такая секция классная у нас, как бы слайдер получился. Теперь сворачиваем. Теперь следующий добавляем небольшую секцию такую. Маленькая она будет. Future Post называется. Вот. Назовем ее боевики. И отображаем здесь категорию боевики. То есть рубрику боевики вот здесь выделяем. И вот такая вот у нас получилась штука интересная, да? Теперь сворачиваем. Нужно самую главную нашу секцию по отображению фильмов самого добавить виджет. Карусель нам нужна. Вот она, карусель. Здесь напишем ужасы. И ищем ужасы. Вот она, вот они ужасы. Сейчас посмотрите на нее, она очень классно выглядит. Вот видите? И тут можно ее вот так. Крутая секция. Так, сворачиваем. Очень интересная секция. Блокпост называется. Добавляем. Блокпост. Здесь Marvel нам нужно написать. И здесь выбираем Marvel-овская тема. Оформление. Вот дело в том, что здесь, вот в эту большую секцию отображаются... Вот большая секция, здесь отображаются, ну здесь, во-первых, по дате оформления, то есть по дате публикации. Нам нужно сделать так, чтобы Тор 2, Царство Тьмы, которое мы сделали красивым, как красивую карточку фильмов, отказалась здесь. Для этого у нее должна быть дата публикации самая свежая, нежели другие публикации, то есть другие карточки с фильмами в этой же категории Marvel. Но это мы сделаем сейчас чуть позже. Теперь добавим текст. Текстовый виджет. Текст нам нужен. Так, здесь мы должны ввести с вами следующий текст. Фильмы 2020. Сворачиваем и добавляем виджет. Виджет слайдер нам нужен. Вот слайдер. И здесь мы новинки 2020. Вот. Ну, это фильмы не относятся к 2020 году. Они в 2019 году были. Ну, неважно. Пусть будет так. Сворачиваем. Такой блок карусель мы добавим. То есть карусель, да, напишем там. Скоро в кино. И добавим. Вот он, скоро в кино. Выделяем. Готово. Все у нас получилось. Опубликовать. Закрываем. Панель настроить. И давайте, посмотрите, что у нас получилось. Дата, да, приклейте. Сейчас будет мне передрисовывать на почтовый сервис Яндекс. Оформить подписку. Но это мы все подрисуем красиво. Но тут, видите, все. Но это мы все подрисуем. Сейчас дизайн попоменяем весь. Так, ну, это кнопочки социальных сетей. Это область поиска. Вот они. Да? Вот, кстати, тоже. Выходит все выходит. Посты, все это видите. Такой эффект. Тут тоже эффект. Вот тут мы сейчас поменяем кое-что. Фильмы 2020. А, мы с вами знаете, что не сделали? Мы с вами не настроили подвал. Давайте вернемся в панель настроить. Виджеты. Футер 1. Добавляем текст.
Ставим сюда курсор, добавить медиафайл, подгружаем наш логотип. Теперь нам нужно вставить, под заголовок «Онлайн кинотеатр». У вас в дополнительных материалах будет специальный файл, будет называться что-то вроде по описаниям, описание сайта для подвала. Там будет код, вы копируете этот код, переходите в текст, вот вставляете сюда курсор, пускаетесь вниз и вставляете этот код. Пожалуйста, все будет работать. Обратно на визуально. Сворачиваем. Переходим во второй футер. Во вторую зону, во вторую сюда. Добавить виджет. Навигационное меню нам нужно. Так, и выбираем здесь подвал. Пожалуйста. Теперь обратно. Заходим в третье. Добавить виджет. Текст. Заголовок. И вводим по всем вопросам. Да, и вот сюда теперь кликаем. Также будет у вас файл, будет называться код. Что-то вроде код с почтой для подвала сайта. В текст переходим и вставляем наш код с почтой. Сохраняем изменения. Теперь нам во второй вкладке мы открываем. Она у нас открыта. В консоль, в Max Button переходим, где мы создавали кнопку. Видите, вот шорткод кнопки Max Button ID1. Копируем этот шорткод кнопки, который нужно вставить. Возвращаемся в ту область, где мы настраиваем подвал сайта. Приходим визуально, ставим курсор мыши после почты и спускаемся ниже, да, и через Enter. И вставляем шорткод кнопки. Сохраняем изменения. И выходим из панели настроить. Давайте посмотрим на наш подвал. Фон мы поменяем. А так, видите. Вот эту мы нижнюю часть тоже уберем. Чтобы не было ссылок на наших... чтобы не было рекламной ссылки на разработчика. Мне единственное, не очень нравится, как здесь фоновое изображение встало. Давайте перейдем назад, настроить. И что-то другое выберем. Значит, у нас, по-моему, General Setting, да, фоновое изображение. Посерединке опубликовать. Выходим. Вот сейчас классно стало все. Так, отлично. Теперь вот нам нужно сделать так, чтобы здесь был Tor. Tor, который мы завели эту карточку. Давайте вернемся в консоль. Записи, все записи. Попробуем так. Вернемся в самый конец. Там, где мы Тора создавали. Вот Тор, царство тьмы. Изменить. Так. Документ. Опубликовано. Кликаем сюда. И давайте выберем, допустим. Мы, в общем, мы поменяли с вами, более свежую дату поставили, публикации и сделали так. Или просто перенесите вручную на новый пост, создайте и перенесите его. То есть, что у вас должно? У вас должно быть, здесь отображается самый свежий пост. Я просто для примера завел один полностью, так как следует, поэтому вам это, в принципе, не будет нужно, потому что вы все красиво отобразите, потому что у вас каждая карточка будет заполнена. Это у меня для примера не каждая заполнена. В общем, смотрите, вот он пост. Кликаем. Он открывается. Вот, все красиво. Это мы дизайн подправим сейчас, все. Так, с настройкой вот это мы закончили. Теперь давайте я вам покажу, как сделать закрытый пост. Например, давайте закрытый фильм сделать. Берем, допустим, «Черная пантера». Где у нас? Вот, «Черная пантера». Редактировать запись.
видимость. Видите, открыто. Кликаем по открыто. Защищено паролем. Введите, вводим пароль, там, допустим, SDF2560ELK. Ctrl-C. Обновить. Посмотреть запись. Вот он. Защищено паролем. Вставляем пароль. Войти. И вот будет отображаться здесь весь контент. В общем, вот так вот работает. То есть клиенту недоступны какие-то фильмы. Он кликает. Ну, давайте я вам покажу на примере еще. Той карточки, которую мы заполнили. Вот, допустим, также. Да, редактировать запись. Видимость. Сейчас документ. Видимость открыта. Защищено паролем. Обновить. Перейти на сайт. Вот сюда заходим. Видите, пароль требует. Вводим пароль. И что дальше у нас получается? Видите, все доступно, сразу становится. То есть у вас контент, который для платных подписчиков, для подписчиков, зрителей, которые заплатили вам, у вас оформили подписку, да, вот так вот защищаете паролем, а когда клиент оформляет подписку, вы ему берете денег с него через сервис, который я вам говорил, он будет в описании, вы берете с него деньги, и получается потом, когда проходит вся оплата, вы достраиваете так, что с этого сервиса, где берется оплата, вы через письмо отправляете ему пароль. И с этим паролем он заходит на сайт, заходит на нужный фильм и смотрит. Смотрит фильм или что-то еще делает, если у вас, может, музыкальный сайт, слушает музыку. Ну, по-разному, все зависит от ваших, как бы, целей. Вот так вот и закрываются, вот так вот посты делаются закрытыми. Итак, теперь нам нужно поменять дизайн нашего сайта онлайн-кинотеатра, потому что он шаблонный, он очень плох. Тут много косяков. Очень много косяков. У вас под видео в дополнительных материалах будет, значит, две ссылки. Первая ссылка будет обязательный код для изменения дизайна. Ну, то есть, этот код, который обязательно нужно вставить на сайт. Это обязательно. В общем, я возьму его с другого файла, но у вас также файл. Вот этот код. В общем, нужно скопировать его. Потом вам нужно перейти в панель «Настроить». В дополнительные стили переходим. Вот вкладка «Дополнительные стили». Тут нужно вам будет проигнорировать все предупреждения. Там будет ссылка «Закрыть». И вставляем этот код. Также у вас будет второй файл. Там будет называться просто «Код для изменения дизайна». Вот он, этот код. Вам нужно также его скопировать. Перейти в эту панель, где уже вставлен код. Установить курсор мыши в самом конце на пару строчек, с помощью Enter спустить курсор и вставить код. Я вам сейчас расскажу, что здесь. Вот этот верхний код, он обязательно к изменению, тут персонализированного ничего нету. Ну, тут этот код для того, чтобы было все прекрасно отображено. А вот здесь можно менять. Смотрите, меню Item 120, это пункт меню вот этот вот. Здесь я устанавливаю... А нет, вот он, меню Item 120, это вот этот пункт меню. Здесь я устанавливаю в качестве фона вот такой розоватый цвет. Если вы хотите другой цвет, то замените вот эту часть, то есть маркировку цвета. То же самое здесь, только уже про этот пункт. Вот он, меню Item 122, это мы устанавливаем как шрифт таким же розовеньким цветом и жирным. Вы можете вот этот заменить на свой цвет и... Получается, сделать нежирный шрифт. Если не нужен жирный, то вообще удалите вот этот фонд FageBold. Смотрите, потом. Видите, у каждого сайта будет своя маркировка вот этих пунктов. У меня 120 и 122. Как получить маркировку вот этого пункта 120, который у меня, да, вот он, первого пункта. Вы правой кнопкой мыши кликаете на элементе. Посмотреть код элемента. У вас, видите, открывается он, где ссылка А откроется, а чуть выше
есть тег ли, и у него идентификатор меню item 120. То есть вы после этой решетки ставите вот этот идентификатор, у меня он меню item 120. И точно так же вот здесь, правая кнопка мыши, посмотреть код элемента, меню item 122, видите? Также получается у нас button форма. Button форма — это кнопка во всплывающем окне. Пожалуйста, вот она. И вот здесь, ну, вы можете поменять вот этот цвет. Это фон кнопки. И вот этот цвет, это шрифт кнопки белый. Button форма, мы класс этот вставляли во всплывающем окне, поэтому он нужен нам был тогда. Мы тогда его вставляли для того, чтобы сейчас стилизовать. То есть стили назначить. Когда мы все это вставили, кликаем «Опубликовать» для сохранения изменений и выходим из панели «Настроить». Также здесь не все названия переведены на... Вот при поиске мы вводим «Tor». Видите, ну, результат поиска, да, не переведен. Что нам нужно сделать? Нам нужно теперь... перейти. Вообще, смотрите, у вас есть также в дополнительных материалах файл замена названий. Вы копируете весь там код имеющийся, переходите в консоль, внешний вид, редактор тем, соглашаетесь, я понимаю. Вот, функции темы, function PHP, переходите сюда, спускаетесь в самый низ, вставляете в конце курсор, спускаете его на пару строчек вниз и вставляете скопированный код. Потом кликаете «Обновить файл». Ждем. Там, если все хорошо, то будет надпись «Вот файл успешно изменен» и зеленая вот такая подсветка. Теперь мы тоже кое-что не сделали. Вот внешний вид, виджеты. Итак, нам нужно добавить в этот виджет меню со всеми по тематике, разбивкой, по темам разбитым, как бы рубрики этих фильмов. Да, переходим на сайт. Сейчас по-другому сделаем. Панель «Настроить». Нам нужно добавить одно меню. Оно будет называться «Категории». Туда мы занесем все категории. Смотрите, меню. Добавить новое меню. Создать новое меню. Назовем его «Категории». Да, и просто далее никуда не относим. Добавить элементы, рубрики. И пошли все. Ну, такие, как скоро в кино не надо, ужасы. Вот именно тематику выбираем. Боевики, можно Marvel, блокбастеры, триллеры. Ну, вот мультфильмы, в принципе, тоже можно. Фэнтези, спортивные, семейные, приключения, мюзиклы, мелодрамы, криминал, комедия, исторические драмы, документальные, детективы, военные, вестерны, биография. Давайте все, наверное, давайте все добавим в категории, чтобы новинки и скоро в кино. Вот смотрите, фильмы, фильмы, значит, получается, блокбастеры, ужасы, фантастики, боевики, Marvel, триллеры, убираем, мультфэнтези, спортивные, семейные, приключения, комментарии, документальные, детективы, вестерны, сериалы, аниме, новинки и скоро в кино. Убираем. Вот он. Опубликовываем. Выходим. Теперь нам нужно зайти в консоль виджеты. Вот виджеты выбираем. Здесь мы берем. Сейчас виджет зоны определятся. Вот тут берем, смотрите, меню навигации, в сайдбар, добавить виджет. Выбираем категории. Сохранить. Переходим на сайт. Теперь давайте посмотрим, что у нас в итоге получилось. Значит, контакты, подписка, да. Так, оформить подписку. Тут вы должны... На сервис опять внизу будет, про который я говорил. Да, вот по категориям, да, все работает. Это вот можно вот тут листать вот эти посты. Это слайдер.
с блокбастерами. Это фантастика, это боевики у нас. Это вот у нас ужасы, да, в виде карусели вот так можно мотать. Вот у нас Марвеловская премиум презентация фильмов. Да, слайдер, новинки, опять же, скоро в кино также. Тут видите, как все сделано. У нас логотип красивый. Вот это менюшка. Оформить подписку. Вот переадресация на почту началось. Так. И вот давайте посмотрим карточку нашего фильма. Вот. Вот, пожалуйста, вот разбивка по жанрам. Описание, актеры. Маленькая справка по фильму. Кадры из фильма. Да. Вот плеер. Смотреть онлайн. Трейлер. Отлично. Комментарии. Видите, можно комментарий написать, оставить. Вот. Ну и тут также подвал. Это все работает. Давайте. Тор. Тор. Посмотрите, по-русски уже все получилось у нас. В общем, суть такова, что, да, как вы видите, подписку. То есть вы размещаете видео, фильмы, либо свои видеоклипы, либо берете у кого-то плату за размещение клипов, но тогда вы должны трафик обеспечить на сайт. Размещайте, так как я сказал, с тех сервисов, как я сказал, с видеохостингов не загружаете, и, к сожалению, базы фильмов уже не существует. И, в общем, вы так размещаете. Кстати, вот не забывайте про защиту, но сейчас расскажу. Размещаете, устанавливаете подписку, определенную сумму за определенную сумму подписки устанавливаете, защищаете все фильмы паролем и подключаете к оформлению подписки специальный сервис по приему денежных средств, и с него после успешной оплаты отправляете письмо с паролем вашему зрителю, с помощью которого он может смотреть закрытые фильмы. Ну вот так вот сделан этот сайт. Это одна из самых моих любимых тем оформления. Я, кстати говоря, сделал на ее основе для себя на англоязычном пространстве в Америке. Я сделал для себя на этой теме блог по Android-разработке, он на английском языке, ну, для иностранной публики. Вообще эта тема изначально была разработана для обзора игр. Да, но для видео она очень тоже очень шикарно подходит. Прям тематика вписывается. Поэтому вот все, что я хотел рассказать. Надеюсь, было полезно. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Оставайтесь на канале. Включите уведомления для того, чтобы получать сообщения о новых видео. И впереди нас ждут очень много интересного контента. Всем удачи, всем пока. А теперь будет полезная информация для всех тех, кто посмотрел курс до конца. Пока я рекламировал курс, ну то есть делал релиз на него, пока все ждали, когда он выйдет, это было в течение 2 месяца, я, наверное, получил больше 100, ну в районе, по-моему, 120 обращений, где многие консультировались. Я понял, что эта тема по созданию видеосайта или онлайн-кинотеатра стоит очень остро. И вы не поверите, каждый мне написал одно и то же. Каждый написал следующее. Где брать фильмы? Хочу сделать базу с фильмами. Хочу, чтобы сразу закачать было много фильмов. И, ну, все в таком духе. Но люди хотели, в основном все ученики или просто зрители, хотели создать то же самое, что уже и существует с огромной конкуренцией, то, что развивалось уже не один год, а скорее всего в районе 5 лет, и начинало развиваться до того, как был принят закон о борьбе с пиратством и начали массово блокировать различные торренты и подобные сервисы. Итак, посмотрите, я сделал запрос в Яндексе посмотреть фильмы онлайн, и вышли ссылки. Первая вот эта ссылка, да, на кинотеатр. Но это просто гигант. Как вы хотите с ним конкурировать? Хорошо, там платно, согласен. Онлайн в кино идет, фильмы, кино, Мего, вот этот Мегого идет. Дальше Твигл. Это вот идут все сайты, да? Смотрите, которые, но они на слуху, они все уже не один год
реально существуют. И там, да, там богатая база, но они делались тогда, когда не было антипиратского закона, когда все было в прямом доступе. Все фильмы можно купить было на базах, но сейчас все это закрылось, да? Смотрите, King фильм идет. Это Рутуб, ВКонтакте уже идет. ВКонтакте, соцсети, группа с фильмами онлайн, она идет на второй странице. А все, что идет на второй странице, сюда даже никто и не дойдет. Сюда пользователь даже. Вспомните себя, как часто вы приходили на вторую страницу в поиске фильма. Понимаете, вот в чем дело? Да хорошо, давайте возьмем какой-нибудь знаменитый фильм уходящего года. Джокер, смотрите. Джокер смотреть онлайн. Смотрите. Вот этот я знаю, я на этом сайте часто смотрю. Смотрите, ну какие реально гиганты здесь сидят. И как вы собираетесь с ними конкурировать? Вы подумайте, когда будете создавать видеосайт, если вы хотите прямо с фильмами создать, а не для своих целей с видео или с какими-то особенными видео. Если вы с какими-то особенными видео, то да, вы легко продвинетесь. Но вот прикиньте и подумайте, вы новый игрок, выходите на рынок. Эти гиганты, они уже несколько лет сидят. И вы задумайтесь, сколько они туда сил вложили, сколько они вложили времени, чтобы, поймите, просто так продвигаться не получится. Чтобы продвинуть сайт, ну, так, нужно куча текста писать, нужна стратегия, нужны все эти ключевики вытаскивать под каждый фильм, писать их. Под каждый фильм вставлять, все это оптимизировать. И вы представьте, сколько они денег, времени и сил потратили. И, скорее всего, они не одни сидели чтобы создать такие сайты. И задайте себе вопрос. Вы действительно хотите такую барахолку создать, где будет куча мусорного фильма, 80% из которых вообще уже даже никто не смотрит? Либо то, что я вам предлагаю, создать онлайн-кинотеатр, но с фильмами определенной узкой направленности. То есть что-то особенное. Допустим, вы любите какие-нибудь авторские редкие фильмы, да, у которого есть своя аудитория, она ее меньше, но она более качественная, и там будет, может быть, даже более качественная реклама идти за счет того, что более качественная аудитория и какие-то редкие фильмы или авторское кино, или, допустим, вы любите ужасы, чисто будут фильмы, у вас будет свой более узкий зритель, под которого будет легче оптимизировать, который будет можно намного легче будет найти на том же Ютубе. Но если захотите, я вам потом расскажу, как это сделать. Или вы любите боевики, хотите фильмы с боевиками, или вы только новинки собираетесь. Нужно выбрать узкую линию и не создавать эту барахолку. И этих барахолок и так очень много. Вы просто не пробьетесь на самом деле и запустите весь свой сайт. А нужно подойти с узкой нишей. Узкой нишей и чем-то выделяться среди других игроков. То есть вы должны создать свою фиолетовую корову. Если не знаете, вы можете почитать книгу или скачать, я думаю, она уже есть прямо в доступе. Называется «Фиолетовая корова», и там про то, как создать именно свой оригинальный продукт на фоне других похожих продуктов, то есть на фоне других обычных коричневых коров, создать свою фиолетовую корову. И вам нужно подумать, какой сервис создать, чтобы там был, он отличался, был чем-то особенным. И то тогда, когда вы сделаете такое качество, когда вы сделаете такой уникальный сервис, все вот эти игроки, миллионники, которые все они будут вам просто не конкуренты, потому что у них будет совсем другая ниша, а у вас другая, а у вас своя ниша. И тогда у вас получится, вы придете к успеху только тогда. Это мой был вам такой бесплатный совет для всех тех, кто смог досмотреть курс до конца и пройти. Ведь большинство начинают и не заканчивают курс, поэтому для вас всех, для всех вас, это вот такой подарок. Всем удачи, всем пока.